В музее департамента полиции прошла встреча поколений. Стражи правопорядка встретились с ветеранами органов внутренних дел, североказахстанскими милиционерами, участвовавшими в охране общественного порядка на летних Олимпийских играх 80-го года. Подробности в следующем сюжете. Акбай Умаров, Николай Пилипич, Владимир Кривушин, Ерболат Абдыкасымов – ветераны органов внутренних дел. За плечами десятки лет службы в оперативных подразделениях милиции. Одной из самых ярких страниц служебной биографии каждого – это участие в обеспечении правопорядка на Московской Олимпиаде. Сводный отряд сотрудников УВД, возглавляемый полковником милиции Михаилом Барановым, нес службу в столице Советского Союза с 19 июля по 3 августа 1980 года. Ветераны поделились своими воспоминаниями с представителями молодого поколения полицейских. У меня сохранились билеты там на все виды спорта, и на бокс, и на футбол. Вот, стадион имени Ленина, 100 тысяч человек, там вообще люди внизу, там как ему маленькие человечки. Огромное все необычное, все движение, подходят иностранцы. Отдаешь честь, несли службу по 2 человека, значит, в парке Сокольники имелось и сейчас, может быть, имеется отделение полиции, сейчас полиции, и там мы проводили развод, один человек остается, жили в школе, двухъярусной кровати солдатские. Ветеранов наградили благодарственными письмами начальника департамента полиции Марата Тулебаева. Встреча состоялась в стенах музея не случайно, ведь он является одним из лучших в системе МВД. Знание истории формирует будущее человека. Пришли к нам, рассказали много интересных историй. И, конечно же, выразить благодарность руководству нашего департамента полиции, что организовываете такие встречи и поддерживаете преемственность поколений. Также в этот день ветеранам и молодым офицерам продемонстрировали редкие кадры кинохроники Московской Олимпиады, прошедшей ровно 40 лет назад. Индира Баймухамбет при содействии пресс-службы департамента полиции.